48-летняя Лера Кудрявцева и ее супруг, 32-летний Игорь Макаров, воспитывают полуторагодовалую дочь Машу. Звезда заявила, что сама родила дочь и не пользовалась услугами суррогатной матери. Телеведущая не афишировала свою беременность и не публиковала фото с округлившимся животом. Многие ее фанаты полагали, что дочь Машу Кудрявцевой родила суррогатная мать. Однако звезда уверяет, что это не так. Лера призналась, что мечтала о ребенке, но зачать естественным путем у нее не получалось. Тогда она решилась на ЭКО. Когда телеведущая забеременела, она боялась потерять малыша, поэтому скрывала свое положение. «Я дико боялась. Я прошла такой жестокий путь до появления Маши. Я была готова на Луну улететь, лишь бы выносить. Это была очень серьезная история. К этому я шла не один год. В 47 лет есть физиологические моменты, уже сложно, уже не так много яйцеклеток, женщины меня понимают. Я не светила своим пузом не потому, что не была беременна. И вообще мне плевать, что люди думают. Для меня это было очень страшно», — заявила Кудрявцева на YouTube-шоу «Алена, блин». Лера призналась, что верит в приметы из глаз, поэтому не хотела делиться своим долгожданным и вымоленным счастьем раньше времени. Забеременеть Кудрявцевой удалось с третьей попытки ЭКО. По словам звезды, она боялась, что процедура может повлиять на ее здоровье, как это было с Жанной Фриске. Телеведущая опасалась колоть гормоны, поэтому решилась только на минимальную дозу. Звезда также регулярно проходила проверки у врачей. Несмотря на все трудности, Кудрявцева не жалеет, что решилась на ЭКО. По ее словам, она еще раз бы прошла этот ад ради счастья стать матерью. У Леры также есть 29-летний сын Жан от прошлого брака. Телеведущая откровенно рассказала о пластике. Звезда показала, как выглядела 25 лет назад. Кудрявцева научила дочь красить губы.